В Гродно стартовала республиканская спартакиада «Защитник Отечества», которая ежегодно проходит в стране. В соревнованиях по летнему многоборью принимает участие юноши от 14 до 17 лет с различных учебных заведений и спортивных клубов республики. Торжественное открытие спартакиады прошло около мемориала воинам-пограничникам. Спортсменов поприветствовал ветеран Великой Отечественной войны Григорий Белевский. В этом году соревнования проходят в праздничные дни, поэтому спартакиада имеет особое значение, ведь на ней определяется уровень физической подготовки будущих защитников Отечества. Вчера, 12 мая, юноши соревновались в плавании, сегодня спортсмены показали свои умения в пулевой стрельбе и метании гранаты. Победитель спартакиады определится уже завтра. К слову, Гродненская область не первый год соперничает за первое место с Могилевской областью. Сегодня в Гродно у нас сильнейшая сборная команды областей города Минска будет выяснять спортивные отношения и оспаривать пальму первенства в физкультурно-спортивном комплексе, одноименном «Защитник Отечества». Комплекс включает различные виды спорта. Это и плавание, это и легкая атлетика, бег на 100 метров, 3000 метров, подтягивание на перекладине, метание гранаты, стрельба. То есть те виды, которые характеризуют уровень спортивной подготовки.